Неизвестный объект на Марсе был найден случайно, но его координаты в интернете может найти любой. Американский астронавт Дэвид Мартинс разместил видеоролик своего виртуального путешествия на поверхность Красной планеты в Ютубе. Для этого он использовал поисковик Google. Видео этого интернет-астронавта уже посмотрели 58 тысяч посетителей. Дэвид объясняет, что он нашел так называемую космическую станцию или, возможно, электростанцию в точке с определенными астрономическими координатами, на которые наткнулся совершенно случайно в интернете. В отличие от гор и других возможных выступающих рельефов на поверхности планеты, белое строение, обнаруженное Мартинсом, разрисовано синими и красными полосами. Следовательно, объект вряд ли имеет природное происхождение. Согласно расчетам Дэвида, сооружение имеет 210 метров в длину и 45 метров в ширину. I call it Biostation Alpha, because... Я открыл это совершенно случайно. Назвал объект «Биостанция Альфа», потому что предполагаю, что там есть или когда-то была жизнь. Он выглядит как цилиндр или как сделанный из цилиндров. Дэвид предполагает, что вполне возможно, это электростанция или какое-то другое помещение, где могут обитать биологические существа. Автор открытия надеется, что там не размещено оружие. Мартинс думает, что тот, кто разместил этот объект на Красной планете, сделал это с какой-то целью, но кто и с какой, не знает. Дэвид не допускает мысли, что кто-то решил поселиться на Марсе. Это может быть какая-то временная станция для космических путешественников или объект НАСА, но Дэвид не уверен, признают ли они это. Он вообще не знает, подозревает ли НАСА о существовании этого объекта. It's very intriguing. So please reply and let me know what you think. Ольга Кнутова, Life News. I don't know what else to say. I'm just gonna let Google more sort of take us out here.